получил смс-ку насчет булок, да, гамбургеров? Не, это я. Карл? Господи! Твою мать! Привет! Ты когда вышел? Сегодня утром. Ну чего же не позвонил? Господи, ну и прическа. Вышак, скажи. Ну, она необычная. Тебе же еще пара месяцев оставалось. У Доза хорошее поведение. Че почем не грела ты мать? Крекер будешь? Ух, а голос-то у тебя как возмужал. Ниже пояса тоже не отстаю. Как ты добрался? Старшой из колонии забрал с утречка. Проголодался? Наверняка же, да. Не, мы в кафеху метнулись по пути. Можно у нас мой кореш заночует? Этот старшой? Не, малец, с которым мы познакомились. Малец? Ну, тогда, конечно, было бы здорово. И надо устроить вечеринку в честь возвращения. Да? Чтобы все были вместе. Ага. Звучит неплохо? Ага. Здорово, что ты вернулся домой. Ага. Здорово вернуться. 14 лет тебе, твою мать, а ты уже сидел за наркоторговлю. Скажу честно, сынок, я впервые испытываю подобную гордость. Я, конечно, питал надежды насчет Липа, но он пошел в универ, а этот Паш до звонка до звонка. Я уж боялся, что дело нашей семьи никто не продолжит. Я тебя люблю. Не обращай внимания. Нет, важно, чтобы ты это знал. Я правда тебя люблю. Ага, Фрэнк. Зови меня папа. Ведь он такой классный парень. Ведь он такой классный парень. Ведь он такой классный парень. Ведь... Чего не может, чего не может никто отрицать. Счастливые кенсианьеры. Ничего другого не осталось. Ура! Отлично. Яичница моя? Да. Даже желание не загадал. Ну чё, Карла? Многим пацанам для выживания приходится в саркотан принимать. Кевин! Чё, об этом же все думают. Мой кореш прибыл. Он не ответил. Понравилось, да? Боже, как я тебя люблю. Что? Да ты с ума сошла. Мы из-за тебя в переплет попадем. Ну ладно, ладно, ладно. Только потише, не кричи, ничего в таком духе. Мне нравится, какая ты похотливая. Ты готова? Боже, как мне нравится твоя грудь. О, детка. Фиона! Почему ты мокрый? Да так, вышло небольшое недопонимание с садовником. Пойду приму душ, согреюсь. Фиона! Красивые трусики. Они помогают мне быть к ней ближе. Я не убью своего ребенка. Это не ребенок, а набор клеток. То есть это похоже на набор клеток? На сайте написано, что мой ребенок сейчас размером с апельсин. Ёп, ты походу головастик удала. Дебби. Будь реалисткой. Пистолет мне нужен для защиты. Вдруг начнется перестрелка. Не страшно. Ну так давай, я тебя успокою. Ух ты. Ты, друг мой, похож на приверженца Глока 17. За какие-то 300 он твой. Научите им пользоваться. Не, мы тут не учим. Для этого создали интернет. На, держи. Все, береги себя, ходи не ссыкуя.